Он ничего не обещал, но все-таки вернулся. Московский «Локомотив» выиграл свой первый матч под руководством нового старого тренера Юрия Семина. Поездка в гости к неуступчивому Краснодару получилась сложной, но результативной. Четвертого пришествия Семина в «Локомотив» болельщики ждали как манны небесной. В последние 6 лет без своего легендарного рулевого клуба все-таки с неба звезд никаких не хватал. За это время железнодорожники могут похвастаться лишь кубком страны прошлого года, да и бронзой чемпионата 2-летней давности. Для амбициозной команды, прямо скажем, не густо. Вот и по первым 4 играм этого чемпионата «Локомотив» был больше похож на боевитого середняка, чем на команду с претензиями на медали. 4 игры, 4 набранных очка. На первом же матче против Краснодара Семин показал свой тренерский талант. На 55-й минуте он выпускает на поле Александра Коломицева. И игрок в первой же атаке зарабатывает для своей команды пенальти. Вратарь бессилен. Счет 2-1 в пользу «Локомотива» остался неизменным. В общем, Юрий Павлович пришел, увидел, победил. Болельщики надеются, что всерьез и надолго.